Алло. Здравствуйте, меня зовут Анна, я менеджер портала сравни.ру. Василий Иванович, это вы? А вы откуда взяли мой номер телефона? Вы оставляли анкету у нас на сайте. Когда? Возможно, несколько месяцев назад рассматривали для себя предложение. Ничего я не оставлял. Я поняла, ну в любом случае, сейчас вижу, для вас интересовало. В любом случае, вы мошенница. Я только с мошенниками общаюсь с этого номера телефона. У меня псевдоним Василий Иванович. Значит, вы мошенница. Оставляли. Значит, ваш сайт мошеннический сравни.ру. В чем логика? Я просто не понимаю. Да, в том логика, что я не Василий Иванович. Я с этого номера телефона звоню только мошенникам и развожу их. Это у меня псевдоним интернетный, Василий Иванович Теркин. Откуда у вас номер телефона взялся? Чтобы переговорить с Василием Ивановичем. Я Василий Иванович, у меня псевдоним. Ты что, дура, что ли? Ну, это же ваши псевдонимы, я уже не вникаю в ваши личные дела. Просто Василий Иванович, это у меня псевдоним интернетный, ты что? Охренела там, что ли? Откуда номер взяла, скажи? Скажи номер откуда? Я не мог оставлять. Не мог я оставлять от имени Василия Ивановича. Ваши данные указаны. Мошенница. Ты мошенница. До свидания. Всего доброго. Иди нахуй, дура. Вам тоже хорошо вечером. Иди, соси. Больше заработаешь.